Сегодня я со своими однокурсниками, с творческим коллективом, с нашим психологом и нашим воспитателем общежития пришли в центр Ярдэм, чтобы посмотреть на жизнь людей с ограниченными возможностями, в особенности теми, кто не может увидеть своими глазами этот мир, ориентируется ушами и вот пальцами. Они нам сначала мы им показали выступление, подготовили пару песен, мы также с ними пообщались. Далее нам провели экскурсию по тому, как эти люди живут, как они взаимодействуют с этим миром. Я узнал на сегодняшнем мероприятии, что есть такие центры, которые дают людям возможности. Люди, которые, казалось бы, потеряли себя, они заново находят себя. Мне очень понравилось, поскольку я вижу, что в мире есть добро. Я считаю, что ребята сегодня, мои будущие айтишники, приобрели огромный опыт, во-первых, вот этого доброжелательного пребывания на нашей земле планеты.